Цель – напомнить водителям о приближении учебного года, поэтому нужно быть предельно внимательным при проезде вблизи учебных заведений. Ведь в любой момент на переходе может появиться ребенок. А детям после каникул стоит напомнить основные правила безопасного поведения по дороге на учебу и обратно. Инспекторы ГИБДД раздавали брошюры и листовки, а также предупреждали об ограничении парковки в День знаний вблизи детсадов и школ. Родителям же напоминали, что вести детей на уроки нужно тоже без нарушений. Перевозка детей до 12 лет допускается только при наличии специальных детских удерживающих устройств. Как соблюдаются все требования, проверит полк ДПС. С начала учебного года стартуют и рейды. Профилактическое мероприятие «Внимание, дети!» продлится до 11 сентября.